Сдача нормативов ГТО становится важнейшим критерием качества физической подготовки жителей России. Новая переработанная советская система «Готов к труду и обороне» стала обязательной для сдачи в школах и институтах. Также сдавать нормы теперь будут сотрудники МЧС. Первый экзамен состоялся на базе Рязанской 4-й пожарной части. Пока, правда, сдавали лишь добровольцы. Для представителей опасной профессии такие спортивные мероприятия не являются чем-то сложным. Но и значение экзамена спасатели не умаляют. Сдача норм ГТО, я считаю, для сотрудника МЧС это в первоочередном порядке. Потому что сотрудник МЧС – это лицо, значит, в первую очередь МЧС России, который физически должен быть подтянут. Ну и нормы ГТО, это для него должны быть как нормой сдачи физической подготовки, потому что эти нормы, они также включены, физическая подготовка включена в профессиональную подготовку подразделений МЧС. Поэтому сдача норм – это одно из самых основных направлений вот нашей профессиональной подготовки. Если только 3 километра бежать, самое сложное, наверное, будет долго. А остальное все, любой сотрудник, я думаю, все выполнит на отлично. Конечно, волнительно, потому что, во-первых, это мероприятие в первый раз проходит, и всегда что-то неизвестное, что-то новое, это всегда волнительно. Но мы надеемся, что в МЧС служат очень сильные, ответственные люди, и я надеюсь, что все получится. Я еще сам занимаюсь лыжными гонками, ну, еще увлекаюсь велосипедом и бегом. Тренировка в повседневной жизни помогает. Я думаю, можно справиться с нормами ГТО. Сегодня сотрудники МЧС выполнили комплексы подтягивания, отжимания, приседания, метания гранат и другие силовые упражнения. Также спасатели пробежали на скорость спринтерскую дистанцию в 60 метров и на выносливость 3 километра.